В тихом городе, где время текло медленно, Эмили и Александр обнаружили друг друга. Их история началась с случайной встречи в старой кафешке, где запах свежей выпечки и звуки джазовой музыки создавали уютную атмосферу. Александра привлекли глаза Эмили, полные света и жизни. Она была художницей, а он фотографом. Их общая страсть к творчеству сразу связала их, словно невидимая нить. Они проводили дни, смешивая краски на холсте и ловя моменты на фотографиях. Каждое творческое сотрудничество приносило им радость и вдохновение. Когда наступил День Святого Валентина, Александр решил устроить Эмили незабываемый вечер. Он украсил их студию светящимися фонариками, создавая романтическую атмосферу. На столе стояли красные розы и ваза с их общими творениями. Александр приготовил ужин, используя рецепт, который он тщательно изучал, чтобы угодить гурманским вкусам Эмили. Они делились воспоминаниями и смеялись, наслаждаясь взаимопониманием, которое существовало между ними. Вечер плавно перетек в ночь, и они решили прогуляться под звездным небом. Александр вручил Эмили маленькую коробочку. Внутри оказалось ожерелье, изготовленное из фрагментов их первого совместного творчества. «Это символ нашей любви и творческого союза», — сказал Александр, улыбаясь. Эмили обняла его, чувствуя, как сердце наполняется теплом. Этот день всех влюбленных стал для них особым напоминанием о том, что искусство любви может быть создано вместе, превращая обыденные моменты в вечные воспоминания.